Сегодня не состоялось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой от отбывания наказания в виде лишения свободы. Но повод в этот раз более чем уважительный. То, о чем говорила и на чем настаивала защита, по информации, представленной суду, произошла госпитализация Заремы Мусаевой в дневной стационар республиканского эндокринологического диспансера, где она будет получать необходимое ей лечение.